Всем привет! С сегодняшнего видео после некоторой паузы начинаю сезон 2018 года. За прошлый год на моем канале одним из самых популярных видео было видео пошива наволочки с запахом наружу. Сегодня покажу видео, как сшить наволочку с запахом внутрь. Классический вариант. Пойдем пошьем! На подушку размером 40 на 60 сантиметров я выкроила одну половину наволочки длиной 85 сантиметров, шириной 45 сантиметров, 20 сантиметров от длины – это ширина запаха. Вторую половину наволочки выкроила длиной 65 сантиметров, шириной также 45 сантиметров. А это запах, который будет внутри наволочки. Для начала на машинке обработаю два края швом в подгибку с закрытым срезом. После чего с изнаночной стороны соединю обе половинки оверлочным швом. Шов в подгибку с закрытым срезом. Складываю край ткани по 0,7 см два раза. Скалываю булавками. Прошиваю на машинке на 2 мм от края. Не забудьте подписаться на мой канал. Складываю обе детали лицевой стороной внутрь. Лишняя ткань – это и есть запах. Он должен покрывать вторую половину наволочки. Таким образом, когда вывернем готовую наволочку, запах останется внутри. Фиксирую булавками. С трех сторон обработаю на верлаке. Выполнила прочным 5-ниточным оверлочным швом. Готовую наволочку выворачиваю. Расправляю уголки. И вот результат. Двухсторонняя сатиновая наволочка готова. С моими работами вы можете ознакомиться по ссылкам под видео. За приемлемую цену вы получите качественную вещь, которая будет радовать вас долгие годы. Я слежу за вашими комментариями и отвечаю на них. Не стесняйтесь, пишите. Если видео понравилось, ставьте пальцы вверх, за это буду очень благодарна. Пока-пока, с вами была Нина Соснина.